Так, ну а мы приехали в ресторанчик Трюффо, где пока никого, как Дядя любит, но скоро будет много-много народа. Чем известен ресторан, мы сейчас узнаем с вами. Ребята, меню вот такое. Какое модное меню. Да, я сейчас был в Париже, там таких меню нет. Так, а что у вас здесь любимое? Уже есть что-то любимое? Самое вкусное. Так, ну я же не знаю, какие у вас предпочтения, что вы хотите, рыбу, мясо. У нас паштет очень вкусный, мы сами делаем. Да, хочу такой салат. А стречителла какая-нибудь фермерская? Стречителла мы сами делаем, мы моцареллу прогреваем, разбираем ее на волокна и заливаем сливками, даем настояться, и у нас получается вот такая собственное производство стречителла. Вот так вот, ребят.